Мы на месте. Мы приветствуем Санту, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанса. У нее такая голограммная пластина перед ней стоит, она кивает, но она как иллюзорная. Хорошо, сканер, просканируй сейчас Санту, отключи эту голограмму, подсвечивай все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы в ее биополе, связанные с этой голограммой, выводи их, отключай полностью, и как все выйдет, отправляй в клетку-тюрьму. Полный рост голограмма? Да, полностью. Ее, по ее телу, готово. Хорошо, Санта, вы меня слышите, видите? Да. Вы даете нам свое согласие на работу, на чистку? Накивает. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Санты под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, любые воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму, и ответственность за эти подключки, воздействие энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложниками. 1, 2, 3. Здесь золотой джин. Хорошо. 71-12. Его голограмма? Нет. Здесь красный дракон. Да, какой? 29-18. Хорошо. Рептилоиды, 2 грея. И голограмма. Итак, у нас золотой джин 71-12, красный дракон 29-18, рептилоид. Какой у нас рептилоид? 91. 91. Ты кто? Военный? Лаборант? Лаборант. Какая цель вашего эксперимента с этой голограммой? Копирование, копия, модель. Для какой цели? С точной мимикой, рефлексами. И как вы собирались это без частичек ДНК и без биоматериала сделать? Без частичек души? Голограммой. Голограммы хватает. Понятно. Сколько вы находились в этом биополе со своей голограммой? Недолго, год и 2 месяца. Голограмма создана для дальнейшего показа. Кому? В наших школах развития. О, так вы делали себе такой лабораторный экспонат для того, чтобы обучать еще и других на этом примере, не так ли? А что бы испытывала душа, когда вы бы отправили эту голограмму? Эта голограмма связана с ней как-то, если бы она ушла в ваш мир? Там есть небольшие частички памяти. Угу. Небольшое опустошение чувствовалось бы какое-то время. Ну что ж, какое-то время, если не всю жизнь. Мы начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Санты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Выстраивается также канал к этой голограмме рептилоида и Грейв. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Санте. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И усилий потоки в 50 раз. Красный дракон, сколько ты находишься в этом биополе? 6 лет. А какая цель твоего такого долгого пребывания в этом биополе? Управление эмоциями, похищение энергии. Похищение энергии, управление эмоциями. Красный дракон. Ты реально не понимаешь, ты перешел какие-то границы? Хочешь использовать эту душу как батарейку для своих интересов, как склад для своих опытов. Ты ответил, хорошо. Правду. Мог смягчить ответ. Я сказал, как есть. А я мог бы сейчас достать печать дракона и включить ее на полную мощность. Я это знаю. У тебя тогда другого выбора не было. И золотой джин. Сколько ты находишься в этом биополе? Около 4 месяца. А какая цель пребывания золотого джина в этом биополе? Исполнение желаний. Какое желание? Их желаний. Были какие-то желания сформированы, или это ты нашептал какие-то желания? Был какой-то запрос на исполнение желаний от джина конкретно? Находится в ее муже и в квартире, и поселился к ней. Ну, общее желание. Мужа мы сегодня чистим тоже. Красный дракон, ты присутствуешь в квартире? Да, присутствую. И рептилоид Грей, там есть ваши платы? Нет. А почему нет? Удивлен. Может, из-за того, что у других так много плат? Обычно вы устанавливаете там свои платы. Как у нас с реверсом, Вера, посмотри, пожалуйста. Закончен. Установили фильтр золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Санта забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Красный дракон Грей не присутствует с рептилоидом в биополе мужчины, ее мужа. Или у вас есть что-то? Нет, не присутствует. Ну, хорошо. Что от голограммы идет, Вера, посмотри. Идет такие энергетические, как сгустки, возвращаются в те места, где она закреплена была. И ущерб нанесла эта голограмма, конечно. Реверс закончился. Красный дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью. Ничего не забывай.
и возвращайся назад. Ну, вот эта плата как раз эмоциями управляла. Здесь обида, как возгорание эмоциональное, вышка такая, страхи. Это все шло от красного дракона. Он снял плату. Гри, рептилоид, что-нибудь осталось в биополе, что я не вытащил? На нет. Вашей чистоте, хорошо. И золотой джин, тебе выходить не надо. Втягивай в себя всю свою пыль, все свои подключки, если таковые есть. Доклады о готовности к проверке. Готово. Хорошо. Итак, мы все убрали. Контракт никто не заключал, Санта, из вас? Никаких договоров? Нет. Ну что ж, даю команду на рассинхронизацию Санты с золотым джином, красным драконом и его платами, рептилоидом, двумя греями и голограммой. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включаю внутренний белый свет Санти. Этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Да, и шар. Открываю под шаром воронку в галактическое ядро, и шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергией Санти отключить все каналы к интерферентам и их подключкам. Удар. Отлетает канал, открывая воронку в галактическое ядро, и канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Значит, у нас у красного дракона стоят платы в доме, у рептилоидов Грея плат нет, и золотой джин, он сидит еще в муже, поэтому золотой джин придется тебе остаться до тех пор, пока мы не почистим мужа. Тогда только после этого я смогу тебя отпустить в дом, чтобы ты собрал там всю свою пыль. А сейчас я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связь. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь красный дракон, 29-18, 6 лет, управлял эмоциями в биополе. Конкретно ее захватил. Здесь рептилоид, два Грея, год и два месяца, сидели с голограммой, делали ее копию для наглядного пособия в своем мире и обучению. А мы собираем Греев, остальных отпускаем. Рептилоида тогда я отпущу. Красного дракона тоже отпускать? Да. Хорошо, красный дракон. Тогда я тебя отпускаю сейчас в квартиру, где живет Санта. Открывает тебя портал, ты пойдешь туда, снимешь свои платы, я приду, проверю. И отпущу тебя первый раз на ту чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается портал в дом, в квартиру Санты. 1, 2, 3. И красный дракон уходит в этот портал. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Греев забрали. Значит, рептилоид, ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте рептилоида. И он уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Голограмму Ли забрала, да? Нет, забрала только Греев. А, ну хорошо, значит, под голограммой открываю воронку в галактическое ядро, и она уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, значит, у нас только один золотой джин остался, да? Да. Поехали дальше. 720. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Санты до числового значения 720 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Санта, мы закончили вашу чистку. Как вы чувствуете себя сейчас? Я чувствую очень приятные покалывания в каждой клеточке моего тела, а также наполнена энергией, и мое эмоциональное состояние стабильно и уверенно. Очень хорошо. Сейчас мы будем возвращать вас назад, вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Санты в ее систему биоробот-душа, заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга, проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.